Привет, друзья! Приветствуем вас снова на канале Spector Optic. Высокие технологии для охоты. К нам пришел новый бинокль от Pulsar Accolade 2 LRF XP50. Это второе поколение уже полюбившегося и хорошо себя зарекомендовавшего теплобинокля. Посмотрим, чем он будет отличаться для начала визуально. Визуально он не отличается ничем, даже кнопку синюю не добавили, как на Хеливане второго поколения, но только надпись на самой этикетке. Но изменения в Хеливане приятно порадовали, то есть они не кардинальные, но разница в картинке есть. Мне понравилась чувствительность Хеливана. Сегодня отправимся поля для того, чтобы сравнить в реальных условиях, в дикой природе, сравнить Accolade 2 с Accolade первого поколения. И после этого дадим вам свои выводы, ну и на основе нашего видео, надеюсь, у вас сложится какое-то свое впечатление собственное. Thank you.
Ну что же, друзья, свой вывод вы сделаете самостоятельно. Мой вывод по аналогии с Хелионом, сравнение второе-первое поколение, здесь тенденция точно такая же. Разница есть, она заметна, в гораздо лучшую сторону по сравнению с первой генерацией. И объекты намного контрастнее, и рельеф виден лучше. Прогресс не стоит на месте, техника движется вперед, и компания Pulsar молодцы, помогают развивать эту технику. В общем, я доволен. Мой выбор за свой выбор сделайте сами. Если это видео было вам полезным, не забывайте подписываться. Ну и ждем ваши вопросы, комментарии. До встречи на охоте. И не пуха вам, друзья.